Поздравляю тебя. Спасибо, брат. Я рад. Слышишь? Тихо, брат. Не близко. Почему не близко? Мы... В смысле не близко? Сразу, брат. Что ты? Ты что, уже пайп купил? Нет, комплект отдали. Ты больной человек, брат. Пайпы. Прикольная машина. Ты как на нее чалишь, уже диски? Это ручки-бомбочки, брат. Сейчас скажи, как колеса на ней? Без посадки? Без посадки, авто не зал. Умоляю, давай тоже прокачусь. Поехали. Я сперва за рулем. По кайфу, брат. Да, брат. На зеленый. Спасибо. С вами поедем? Да не, есть. 4000 пробега, брат. Кто в этой машине? Смотри, какие вещи. Это че, брат? Это как? Влад России, ну. Наш ты, Витон. А тебе гражданство есть? Вах, шма. Как у тебя, да? Кыргыз. Кыргыз? Я кыргыз. А, я из Кыргызстана. Узбекстан. Из Кыргызстана. Узбек. Блядь, колонки долго, да? Поехали. Да, поехали. Ничего, ничего, брат. Ничего, это, давай. Да ты можешь не мешать, а вас... Да, мы сейчас приедем, кое-что сделаем в твоей машине. Да. Давай на это, аккуратно. Ух, бля. Аккуратно поедем? Потом гаишники стоят там. А, нам не похуй. Хули она, блядь, целка. Да, давай, поехали. Смотри, въебать сразу отсюда. Не, брат, ломай, давай хотя бы, чтобы он отошел туда, не видел. Стой, брат. Столько вы так едете? А, задний же привод. Это задний сейчас? Да, да, задний. Он постоянно задний, хлеб. Шма. А, Гайя? Знаешь, она? А? Правильно, в руках она, знаешь. Ох, блядь. Тормоза хорошие, битва? Не знаю. Проекцию вырубить, рай-то дедам отхнули, причем не люблю я эти проекции. Бля, сейчас могу влюбиться же, знаешь? Очень маленький, салон мне сразу не понравился. Ебать прикольно. Да обычная, брат, как у меня машина, заебал. Точь в точь, брат, даже карбон тот же. Где заправим? Куда поедем, направо, налево? Не, на сервис надо аккуратно заправиться. Ну, блять, ну вот хуй знает, да? Да, вот то же самое, брат. Ну, блять, хуй знает. То же самое, брат. Бля, хочу на М4 вот попробовать. Надо на F-серии, брат. А, не хочу водить, не по правилам, бля. Том? Вот это, блядь, опять делает то же самое. Нет, да? М2 не на переключаемом. Нету, видишь, переключение, полный привод. Нету здесь, только задний здесь. Чё вы, слышка? Чё вы ходите? Это игрушечная машинка для ребенка. Соси моя. Соси большую машину от дубля. Да, знаешь, как чё смотрится? Понял, маленький перекачанный человек, вот эти крылья, понял. Брат, знаешь это? Это этот, Абдул. Абдул? Его имя Абдул. Пойми почем. А, маленький, бля, здоровый. Я понял. Там очередь, оу. Там красный, брат, красный, брат. Бля, брат, а почему она с места сразу не идет? Вот. Я об этом, брат, кричу уже неделю, брат, что хуй машины не идут сразу сходу по боку. Куда поехать, чман? А, давай нам где здесь заправиться? Умоляю, дайте мне его. Прокати меня, останови. Стас это. Слышишь, что прокатил, останови его. Стас. Это этот наш брат, Эрик. Это не Эрик. А кто это? Стас, брат. А это? 0-2, чьи номера? У нас бортанул, брат. У нас бортанул, брат. Налево, да, здесь? По кайфу дай, брат, сможешь удержать? Да не, ебаная. Ебать, она едет, брат, хорошо. Она едет, прикольно. Хочешь на руль? Не, пойдем заправимся. Где, брат, да хуя ехать, брат? Ну, с девочки, брат. Нет же у цели. Что за? Здорово, братья! Здорово! Как вы? Пойдем, бегаем. Да ничего, нормально. Что у вас? Стоп! Ходок, ай, блядь! А только взял? Только взял? Да, поздравляю, братья. Самвел? Артур. А Самвел, аж, блядь. Я с Армении. Брат, о, а есть? Можешь две звезды? Да. Серьезно? Охуеть! Ебать, не похож. Охуеть! Эй, водички! Бля, она очень сильно смотрится, брат. Бать, она здоровая, брат. Пацаны, у вас сигарет нету? Брат, как тебе машина, а? Вот это вот новая. Не наша, да, просто обзор взяли. Мне нравится, честно. Да, на канале любителя, брат. Хашламовался. Приветствую, брат. Самвел. Привет. Вот это встреча, брат. Я думал, меня подъедет. Мое лицо видели.
Да, сильно. Бля, жалко, мое лицо не видит в этот момент, сука. Бро, знаешь, как его зовут? Скажи, Ренат. Самвел, прикинь. В натуре? Да. Слушай, не Суренович ты, брат? Прикинь, у Гаджанян будет. Да-да. Я, короче, купил, брат. Он профессионал. Смотри. Хорошо боком едешь, брат? Так, пойдем. Примерно показывал, так? Да-да. Самое главное, аккуратно. А я этот купил, брат, М3 новую. Понял вот это, что есть? На этих мониторах. G80, короче. Блядь, не то, понял. Сейчас бегаю, ищу какую-то другую машину. Я тоже искал. Ну, один раз прокатился на ней. На чем? На вот этой? Не, на той. И понял, что после того, и после этого та хуйня. Да, вот про то, что я говорю, да? Может, блокировка уебищно работает. Блокировка уебищно, коробка снизов не работает. Вот сейчас надо рассказать, как ты снизов, как она делает. Вот так делает она, когда первую ставишь и пытаешься с первой выставиться, да, ты на ГТ Газпол жмешь, она сразу. А это она, знаешь, как делает? Первую ставишь, и ушел в отсечку. Только стурм, да, мужчина. Видишь, брат, все, брат, одинаково БМВщики говорят. Это, брат, боком сидит. Моя машина не сидит, брат, что сделать? Брат, самое главное в этой жизни. В итоге, брат. А, где есть заправка из ближайшей, не знаешь? Блядь, только, брат, на центр города. Аккураты? Блядь, бля. Давай, брат. Давай, брат. Рад был познакомиться, брат. Брат, на зеленый, брат. Всем лайк, брат. Саму это. Саму, да. Давай, брат, удачи, на зеленый, брат. Зеленый, брат. Самое главное, аккуратно. Все, не Сочи, брат. Отсюда. Отсюда. Место, да, вот сюда? БМВ Корея. Брат, ну вот эти ручки разъеб, блин. Да, разъеб. Но салон хуйна. Когда в простую машину сажусь. Но то, что нету арок. Ай, дай сяду, брат, проверю, что за машина. Давай. А сейчас он боком, брат. Делаешь, брат, боком шрифт, дрифт. Делаешь уцы. Вообще ебаный, брат. Сам вылик, молодец. Блять, ебать, сам вылик. На. Быстро, давай. Ебать. Бля, вот, пацан, честно скажите, взяли бы себе М2 вот такую? Вот честно. Бля, хуй знает, вот. Не могу понять, знаешь, ее кайфа я. Бля, та урод ебал, вот, ну вроде бы, но и не дебы, понял? Эс раму хами, я бичу. Нравится вообще, халео. Что? Как это вырубить нахуй это? Я тоже только что. Шляпы ебаные. Молодец, Самсик. Брат, ты что, ебанутый? Шамсик, когда не делал. Я боком, кто так ездит, брат. Шамсик, когда не... Шамси в городе, а вас не видит. А вас не обессудь, брат, иди полубок я сделаю, наверное. И свой задний привод постоянный. Брат, у меня это, брат, на этих всех машинах я наизусть умею ездить, брат, наизусть. Шамси Сурикен, Шамсо. Ты как им сгорелся, брат? Ну, прикольная машина, хуй его знает. А вас со стрима выйдет, нахуй ты смотришь. О-о-о. Бля, вон она, брат. Ебать, она у него, понял, да, как ебашит? Короче, на этих машинах только на тормозе. И то надо уметь. Не да, все умеют. Ты брат. Умеешь. Не, что, я так еще так. Бля, у него она какая-то. Тип на их шестом. Он швыряет ее, брат. Давай лучше отсюда, блядь, сейчас стоять будем, шва. Да, конечно. Я все уже так езжу, понял, бля, вот, объездными. Она себя лучше ведет, знаешь? Брат, ты тоже себя лучше ведешь, когда я в тебе. За постоянно. А здесь куда сейчас? Налево. Давай, давай, не ссы. Вот, бля, вот. Руль сам не идет, понял? Там полиция, и что? На Красноармейской ходите? Что вы там делаете? Здесь налево же нельзя? Почему, брат? Где-то? Не, кажется, нет, брат. Поехали, Шамсик, можно было рада, знаешь? Не, брат. А, брат, не похуй. Сур, отзываешь. Лунки ни хрена нет, они только взяли машину, только сегодня. Okay. А, это, брат, 21-й сзади диски, она есть сложнее, понял? Да, да. Знаю, ты, я только что дал, хорошо было? Ты хороший. Не, пишу, да, хорошо. Реально, реально. Тихо, 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 тихо. Брат. Мы здесь тоже прямо езжали. Или... Пацан мне вот так показывает, типа. Брат, ну вот это разъеб.
Ну, бля, брат, вот с этого я как кайфанул. Что ты понимал, брат, здесь ты даже можешь свою, понял, поставить, что по кайфу? Резко брат, что у меня спроси, как у меня дела. Нормального. У меня спроси. Как дела, брат? Нормально. Спроси, почему без мягкого знака? Почему без знака? Блядь, забыл. А что он сказал? Блядь, я забыл, сука. А тебе уже должно быть стыдно, брат. Сейчас, блядь. Спросите, почему без мягкого знака? Специально, брат. Ренат легенда. Специально. Почему нормально? Просто себе, как у меня дела. Как дела у тебя? Нормально. Слушай, почему? Почему без мягкого знака? Брат, специально. О, Сэм. Ты чё? Ты уже охуеваешь, знаешь? Ты чё? Ты уже охуеваешь. О, подполковник, давайте, может быть. Командир, ну давайте без этого. Вот так можно два телефона сделать, и вот так да заёмать их. Не, шва. Что, положи? Я ствол достану, бля. Не, поставь и резко открыли битон. Подожди. Брат, а чё у тебя в бардачке? Брат, глянь, посмотри, ну, брат. Прикольная машина, она, понял, не кричит. Пацаны, что на твоих типах 50 лет. Вообще-то 50. Хорошо едет ветром? Да, брат. Алло. Алло. А, брат. Понял, брат. Жесткий минус. Бананчик делай. Нереально. Блять! Да, вот. А ты его продал, блядь. Иди там развернись, ну нормально. Вот здесь разворот. Здесь аккуратно, брат, на вас смотрит. Бургер в машине. Отвечаю машину. Сколько стоит? Продаешь уже? Сток, я знаю. Да. Хорошо, вот идет. Смотри, у тебя сток был и этот сток. Ну, типа, чем она лучше М3? Из-за того, что у нее прямой кардан идет. Без муфты. Ладно. Брат, опасно. Она только, она, блядь, очень. Она на стоке хорошо идет. Да, швабчирует. Кольцо закрыл вот так. Не, брат, резина дорогая. Да, я в ахуе брат с ним. Да, брат. Нет? Взор на банан. Приветствую, брат. Банан твой, брат? А? Не, его банан. А твой банан, брат? Да, брат. Поклянись. Недавно купил. Поклянись. На F10 это миллион. Охуеть, нихуя себе, брат. Не знал, такие машины покупаешь и не приходишь, брат. Куда что-то все новые машины, купить денег уже осталось. Охуеть. Черная? 4.7, да, это? Да. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. В смысле черная она? Ну как говорить надо. Охуенная. Давочек нет. Ох, блядь, что-то. Не на этого, брат. Нет, по красной нет, хорошо, брат. Манунке из мижаманагах бельвера. Че за кипиш, блядь, на ровном месте? Сука, фрики, брат. Нормально. Садись, ну. Да похуй, я думал твою заебу. О, хорошая машина, брат. Спасибо, брат. Зазор, я думал его. Да, есть. Но не как у Рената. Старик. Он побрился, я его не узнал. Ты побрился, я тебя не узнал. Стой, дверь, какая-то дверь открыта. О, ты что делаешь, ара? Закрой дверь. Подожди, брат. А, это ты сзади сидишь, брат? Я думаю, кто дверь закрыл? Опа! О, ебать, он мягкий, брат! Только нет. Брат, хорошая машина, поздравляю. Бля, поправляет машина мне. Что я этот мамаёбскую хуйню вытащу, стой. Не подкидывается боссу, бля, я его каждый день подъёбываю. Не мешает, брат, если? Нет, вообще нет. Джон, и Джон, а не бог. Нормально? Да, бомба. Бля, очень поздравляю, брат, очень. Да, мне поправляют такие машины, знаешь? Кешку слил?
давно, потом мы в 10 взял, а в 10 не обменял. Ты на F10, ты, короче, по шатиру ездишь. Машина. Да. Бля, только белая, так с черного хотел. Брат, какой, брат, белая пушка, пиздец. Отвечаю, брат. Джон. Давай, ты. Я родился, ты стримишь. Я стримим, брат. Брат, у меня 63-я трасса вся стоит, и тормоза. Бомба на этих машинах сразу передела, пойди делай, брат. Звук, турбини. Да, наш трек, ну, брат. А, по красной надо поехать, брат, по красной лучше не едет, брат. Now level once again. Я вот здесь тут. Брат, она очень мягкая, брат. Да, брат, умоляю, не газа нет. Способен терпите дуцертаниз дурсгаз. Способен терпите. F10, брат, по харизме сосет. По виду тоже сосет. Нет, ну если сравнивать, у тебя 550 было или нет? Нет, брат, у меня первый CLS. Не. F10 какая была? V5. Иди мотор обслужи, брат, никогда в жизни у тебя. Он обслужен. У Шамчира был обслужен, брат. Ни грамма масла не хавал, брат. Мне тоже. Да, раб, я, это охуенно. Я с Нальчика приехал, да. Тапку и давал. Я каждый день тапку на ней даю. Да, вообще масло пока не хавает. Бармен Дандон тоже здесь, говорит. А этот Logic 7 включил здесь? Это что? Подожди, брат твой, все. Брат, прикинь, забыл на этих машинах, как делаешь. Брат, что там? Я не знаю, брат, вы меня можете спрашивать, где будет. Блять! Предотвратили аварийную ситуацию, блять! Брат, как тебе здесь? Бля, брат, 4.7, да, брат? Да. Брат, рассказывай этот, как мы сделали звук турбины, расскажи. Бля, брат, дебаны 4.7 короткие. Тупая, да, немного? Бля, брат, у тебя лепестки работают, блядь? Бля, брат. Эти каты сними и бачки сними, все. У меня 63-я все стоит. И я что, блядь, смотрю. Вспомни у меня на 4.7, блядь, какой звук турбины был. Брат, бля, ты буду... дома, ты брат... дома, брат! Рино на CLS! Рино! Брат, а почему? А я думал, вот подушки. Блядь, ебать, какая рулевая ебучая. Блядь, я у себя во дворе с двух раз, блядь, разворачивался. Да, хуй. Бля, буду на ней с одного раза, брат. Да, на F10. Охуеть, пиздец, у нее рулежка, бля, вот. Бля, брат, ебать, я эту машину как знаю, блядь. Даже? Это же, блядь. Брат, сука, соскучился? 63-й хочу, блядь. Вот блядь, не в обиду всем пацанам, да, ну реально. Да ничего в обиду, блядь. Вот смотри, видишь, вот у них вот это из Сатурн, брат. У меня 4.7. Нет, хорошо, я... Бля, брат, мой 4.7, я тебе клянусь Всевышним. Ну, твоя, очень быстро был, брат. Твоя у тебя коробка, блядь, умнее. А нет, тупее. На 4.7, брат. У меня такой же был. Бля, у меня на 550 пучи. Да он специально, чтобы его не заебали, купи. Хорошая машина. Она мягкая. Дай пару люблю, да, бля, вот чем F10, она намного мягче. Бля, кожа была такая, этот, бордовый, темно-бордовый. Да, видишь, что хуйня, я не знал, как это убрать. У тебя же, это тоже американка, брат. Здесь у меня не будет. О, брат, я первый раз вижу. Вот знаешь, что нравится, брат, сейчас тебе покажу. Вот слову, вот это не надо, понял? Скорость бежит. Вот да. Ты ей дал, она сама уцы идет. Она идет, она живая. Брат, я тебе клянусь, у тебя лепестки не работают, брат. Работают, чё, вот, новая пятерка. Не умел, брат, молодец. Да, выхлоп хороший, брат. Да. И вы тоже весь потел, понервничал, когда я шампил? Нет, брат, смотри. Бля, ну какая дурная, брат. Со стороны своей машины по-другому. Бля, охуенно, да. Со стороны своей машины по-другому смотреть. У меня звук, звук это просто пиздец. Я даже забыл, что я болею.
вообще кто нахуй? Че, походим так вот? Дай газу! Газу дай! Бернав! Бернав дай! Бля, Харик, бать ползун. Слышишь звук? Есть звук турбины, да, есть. Ренго, дай чуть газ послушаем звук турбины. Остуди ее. А ну-ка дай чуть газ послушаем звук турбины. Машине хуёво. Есть. Дай, там развернёшься. Сейчас мы дойдём пешком, заебал. Поправляй пешком.